обыкновенная кукушка. Птица – наиболее распространенный и известный вид в семействе кукушковых. Все семейство кукушек получило свое название и название рода от звукоподражания для призывного крика самца обыкновенной кукушки. Это среднего размера кукушка, длиной сравнимая с некрупным сизым голубем, однако более изящного сложения. Общая длина достигает 32-34 см, а размах крыльев 55-65 см. Вес – до 80-190 граммов. Большую часть года обыкновенная кукушка ведет скрытный, молчаливый образ жизни. Лишь весной, в первой половине лета, самки и особенно самцы становятся заметными и шумными, привлекая к себе внимание. Наиболее известна брачная песня самца «Громкий размеренный крик куку». Область размножения обыкновенной кукушки охватывает все климатические зоны от леса тундр до пустынь и субтропических лесов полиарктического региона на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана. Почти повсюду это обычный, местами многочисленный вид. Будучи типичной перелетной птицей, птица проводит зиму в Африке и в тропических широтах Азии. Обыкновенная кукушка – один из наиболее совершенных гнездовых паразитов, подкладывающий свои яйца в гнезда других птиц. В качестве хозяев-воспитателей птенцов выступает около 300 видов воробьиных птиц. В результате многолетних наблюдений орнитологи выдвинули гипотезу, что самки обыкновенной кукушки делятся на так называемые экологические расы, также известные как линии. Каждая из таких рас несет яйца определенной окраски и стремится подбросить их в гнезда тех птиц, которые несут яйца аналогичного цвета. Воспитателями птенцов кукушки могут быть птицы, гнездящиеся в самых разнообразных биотопах, с разными кормовыми привычками, размерами от королька до крупного дрозда. Однако при всем многообразии у всех видов имеется ряд общих с паразитом характеристик, который позволяет кукушонку благополучно прижиться в гнезде. В первую очередь это птенцовый тип развития, подходящая форма и расположение гнезда, способ передачи корма птенцам через вкладывание пищи в клюв. В гнезде своей жертвы кукушка обычно проводит не более 10-16 секунд. За это короткое время, успевая не только снести собственное яйцо, но и забрать одно яйцо хозяйское, то есть совершить подмену. Последнее самка тут же проглатывает, либо уносит с собой в клюве. Бывает, что кладка уже хорошо насижена, и простой подброс не может привести к благополучному вылуплению и развитию кукушонка. В таком случае кукушка может уничтожить всю кладку, чтобы спровоцировать воспитателей на повторное размножение с последующей подменой. Как правило, в течение периода размножения кукушка сносит не более 10 яиц, каждый раз гнездо нового хозяина. Случается, что в одном гнезде оказывается два и даже более птиц-паразита, принадлежащие разным самкам.